Юсупова открывает последний вид со скакалкой. Сильные мышцы спины у Алии Юсуповой. Вы видите, эти равновесия она делает без помощи руки. Спросить гимнастку из какой-нибудь страны, где не сильно развита художественная гимнастика, она даже с помощью руки с большими стараниями не сделает этот элемент. На самый край площадки и чуть не пересекла красную ленточку. Надо в техком фиш написать какое-нибудь письмо возмущенных болельщиков, потому что болельщиков Казахстана в основном, потому что Алия Юсупова выполняет столько элементов уникальных, и ни один из них еще не называется ее именем. Безобразие.